Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы приближаемся к Хэллоуину. А значит, нас ждет, ну не прям хэллоуинский челлендж, но такой около хэллоуинский, я бы сказал. Не забывайте, дорогие друзья, ставить лайк, подписываться на канал, писать комментарии, естественно, как же без этого. Ну и сегодня мы с вами будем играть на тыковке. Тыковка — это растение прикольное. Чем оно прикольное? Тем, что это, по сути, саппорт. То есть, сама по себе тыква, конечно, я тут еще смотрю, просто пиняты ему какие-то интересные попасться. Сама по себе тыква ничего не может сделать, естественно, это тупо щит. Но при этом это не такой щит, как орехи, потому что орехи, они все-таки используются для того, чтобы защитить, ну, целую, так сказать, линию. А именно тыква, она используется для того, чтобы защитить вполне себе конкретное растение. Ну, вместе с ним и все остальные, само собой, тоже. Поэтому сегодня будем играть именно на нем. Опять же, друзья, лайк, подписочка, все знаете сами, долго разглагольствовать не буду, погнали! Итак, сразу же начинаем с лазеров. Ага, у нас есть лазеры и у нас есть боулинг. Окей, начало мне нравится, начало интересно. На лазерах я не то чтобы часто играю, друзья, всего лишь 4-й уровень у меня лазеров. Дайте я чуть погромче сделаю. Вот, но все равно это хотя бы что-то. На этом, в принципе, играть вполне можно, мне кажется. Так, ага, пошли, в общем-то, тыквы, смотри. Я вот думаю, просто куда бы мне лучше ее поставить. Но у меня, в принципе, вроде бы запас имеется. Давай вот сюда еще поставлю. Можно ставить тыквы и не на растения. Можно их ставить просто. Тогда они будут тоже дефать, но как бы плюс в том, что ты можешь поставить и на растения. Или же наоборот, а растения на тыкву можно тоже поставить. Так, хорошо. Пока все ок. Пока что чисто все по лазерам идет по боулингу. Я даже не знаю, ребят, на самом деле можно куда-то сюда поставить, в принципе. Сюда поставлю боулинг последний. В общем-то, все выглядит довольно изи, просто по той простой причине, что у нас здесь зомби очень простые. То есть это самые базовые зомби, которые особой опасности для нас абсолютно не представляют. Поэтому, ну, первый уровень зачистили без проблем. Даже ульта не понадобилась, в общем-то. Переходим к следующему. У нас сегодня 5 тыквенных уровней. Посмотрим, что нам предложит второй. Ага, тут у нас уже будут зомбаки поинтереснее. Видел, там дед, значит, он будет прыгать на нас, окей. Я думаю, что, скорее всего, я буду где-то здесь выстраивать оборону. Я, правда, не знаю пока, какие атакующие растения у меня будут. Ага, я понял, хорошо, это может сработать. Это еще как может сработать, если уж так говорить по-честному. Окей. То есть у нас будет линия бонгчоев. Ну, блин, ребята, это на самом деле изи вин, потому что бонгчои — это очень мощные растения. Вот на моем уровне, на 8-м, они могут выдавать еще как. Они могут вообще, ну, по жести выдавать на самом деле. Поставлю вторую линию сюда, но на самом деле третью линию я бы ставил вот сюда, потому что если дед прыгнет, то мне бы хотелось его быстро выносить. Для этого нам нужна линия здесь. Хотя, возможно, мы деда успеем и так... Не, не успеваем, не успеваем. Хорошо. Пока что не буду ему преграждать дорогу. Пускай он идет сюда. И, соответственно, мы его бонгчоем вот этим загасим. Так, окей. Пошла еще линия бонгчоев. Ее мы ставим, опять же, сюда. Для того, чтобы дедов гасить можно было уверенно и спокойно. И, в принципе, я думаю, что у нас с этим все получится. Тоже довольно бейзик уровень на самом деле, несмотря на то, что есть деды, но они не то чтобы прям какие-то противники на самом-то деле. Не могу сказать, что они каким-то образом нас сильно, так сказать, о, не смог их замедлить, ну ладно. Что они нас могут каким-то образом задеть. Нет, деды это в принципе, ну так, чисто, ну есть и есть, что ты скажешь. Окей, есть Гаргантюа, вот это уже поинтереснее. Это уже может нам добавить некоторые сложности, чисто теоретически. Но бонгчо — это такие ребята, которым как бы на самом-то деле, в общем-то, пофигу. Давай ультанем заодно, и вот у нас, в общем-то, спокойно Гаргантюа отъезжает с одной бонгчоевской ульты. То есть, ну, как бы, знает свое дело, знает. Давай добавим сюда, давай добавим сюда. Ну и, в принципе, я думаю, что здесь уже сейчас будет большая волна, и мы с вами закончили. Так, ну деды, опять же, у нас отъезжают с помощью этой линии. Нам вообще об этом думать нет смысла. И давай сделаем, например, вот так вот. Я думаю, таким образом, да, мы обоих Гаргантюа быстренько сносим. Найс! Найс! Я считаю, отлично. Все газонокосилки сохранены, значит, мы с вами в шоколаде.
Продолжаем. Третий уровень. Что он из себя представляет? Давай посмотрим. Так, здесь у нас есть курицы и есть ласки. Вот это, конечно, может быть чуть-чуть посложнее. Ага, смотри. Интересно. Слушай, реально интересно, а как мне здесь дефаться? Потому что если я его сейчас съем, то курица по всему полю распространятся, так сказать. И я ничего сделать не... Ага, они уже распространились, окей. Блин, а я не знаю, ребят, как тут вообще можно что-либо сделать. Ага, я понял, как. Ок. Блин, ребят, вопрос. Вопрос на засыпку на самом деле. Чё... Блин, интересно. Интересно здесь как играть. Так, значит, мне нужно что ставить? Мне нужно сюда будет ставить гриб, допустим. Этого я поставлю на эту линию, понятно. Блин, надо сейчас будет думать, ребят, надо будет сейчас думать. Так, вот, делаем вот так, делаем вот так. Этого съедаю, эти все сейчас... Ага, смотри, то есть можно ваншу... вон оно чё. Интересно, то есть я могу ваншотнуть, и, ну, то есть съесть, и тогда не появятся новые противники, насколько я понял. В частности, всякие вот эти вот... курочки и ласки. Блин, интересно, интересно. То есть смотри, вот он сейчас ваншотнет. Ага, съедает, все, никого не остается. Понял, я понял, как это работает. Теперь понятно. Ну, грибы, если что-то смогут помочь, они ваншотуют курочек. Это для нас тоже, конечно же, плюс. Но лучше, конечно, даже не допускать их появления. Это в идеале. В остальном, ну, вроде бы норм. Идем себе спокойненько, идем. Сейчас я этого пропущу, наверное. Хотя... Блин, а у нас здесь нет, кстати говоря, линии. Все, все норм, все норм. Все и так хорошо. Окей. Так, ну а в остальном вроде справляемся. Грибы защищены тыквой, поэтому у них дополнительная как бы защита имеется. Все хорошо. Этих мы сносим, эти тоже сносятся. Здесь можно, кстати говоря, даже вот так сделать. В общем-то, сейчас вот это появится. И вот так вот делаем. Бамц. Так. Бамц, я сказал. Во. Блин, придется переигрывать. Честно сказать, ребята, уровень не такой простой, как я думал. На самом деле здесь есть некоторые сложности. Смотри, вот еще один из них, например. Не совсем понятно, как мне нужно с этим разбираться, ребят, честно признаюсь. Как-то это выглядит немного странно, если честно. Не совсем понятный уровень, но вроде бы как мы затащили, как будто бы. Вроде бы все хорошо. Это последняя волна, кажется. Да, я не совсем понял, как здесь, почему иногда курицы появляются здесь, с этой стороны. Возможно, это как раз ураганом их принесло, не исключено. Ну, короче говоря, необычный, необычный уровень, я бы так его назвал на самом-то деле. Все, всех сожрали вроде бы, со всеми разобрались. Уровень нестандартный, но не то чтобы сложный на самом деле. То есть, в принципе, затащить его, ну, несложно. Так, хорошо, прошли его тоже, у нас остается еще два уровня, да, давай. Ну давай попробуем и этот затащить, надеюсь, что все пройдет хорошо. Так, у нас есть футболист, у нас есть чувак с этим, как называется-то, серфинг-борд, хорошо, я все понял. Здесь у нас, походу, будет стратегия на электрической клетке, насколько я понимаю, ну, сейчас мы это с тобой увидим. Ставим сюдемс. Хорошо бы... Ага, смотри, какая здесь есть интересная штука. Ха. Блин, а я не знаю, нужна ли мне защита на самом деле электроягодки. Возможно, что она и не нужна, поэтому пока что я ее никуда ставить не буду. Там дальше посмотрим. Что еще? Мне бы еще на самом деле ягодки не помешали бы. Это было бы вообще идеально. Но посмотрим тоже, как пойдет. Так, этих испепеляем. Супер, это замечательно. Ну, давай, наверное, как-нибудь сюда, что ли, блин, не знаю. Вот так сделаем, наверное. Я сделаю такой квадрат. Ага, смотри, минусанули. Так, этого сюда. Этого сюда. Этого сюда. Отлично. Вроде все шикарно, ребят. Вроде все реально идеально сработано. Я даже, знаешь, как хочу сделать на самом деле? Вот так вот. Раз, два, три. Во! Мне кажется, вот такая тема неплохо должна сработать. Неплохо. Так, сюда. Найс.
Блин, а мне нечем его остановить на самом деле. Блин, что-то как-то мне не очень нравится то, что я вижу. Сюда защита поставлена. Давай сюда. Блин, мне бы на самом деле ультануть как-то красиво, прям хорошо. Но я пока не знаю, как мне это лучше сделать. Тут еще этих сожрали вдобавок. Блин, ситуация непростая, скажу честно. Непростая. Давай так и вот так. Найс, ваншотнули. Блин, еще финальная волна нас ждет. Жесть, тут, конечно... Слушай, вот этот уровень реально тоже крайне непростой. Я это уже наблюдаю. Уже это заметно. Ну и у нас, блин, очень много... Ой, у нас только одна линия живая, ребят. У нас только одна линия живая. Я думаю, что здесь нам нужно расслабить более-менее линию. Нам нужно сосредоточиться на всех остальных. Так, чем я могу задефаться? Ну, в принципе, кстати, финальная линия не особо тяжелая, вроде как, насколько я вижу. Посмотрим, как пойдет. Сюда поставлю. Если будет сейчас еще третья, это будет, конечно, вообще перфект. Это будет перфект. Но уровень тоже непростой. Вот так вот с первого раза его пройти довольно проблематично, на мой взгляд. Найс, этого загасили. Я думаю, здесь можно ускоряться. Скорее всего, это уже вин. Скорее всего, здесь мы уже выиграли. Да. Фу, ну, слушай, 4 газонокосилки потерять, это, я скажу, довольно-таки было нервозно. Я рад, что все-таки получилось. Это самое главное, конечно, но мы были близки к поражению, поэтому главное, что получилось, да. Так, ну хорошо, последний уровень. У нас есть шуты, у нас есть там каменноголовые с камнями на башке. И, по-моему, деды, если не ошибаюсь. Блин, я даже не знаю, как мне лучше его поставить. Давай, наверное, как-нибудь сюда. Защиту ставлю. И, наверное... Блин, а шуты-то будут это возвращать обратно. Вот в чем тоже проблема. Ха. Блин, пока я не очень понимаю. Должны дать еще что-то. Ага, понял. Теперь понял. Окей. Окей. Главное, чтобы шута не закинули слишком далеко. Это будет печально. Так, мы его закинули довольно далеко, к сожалению. К сожалению, довольно-таки далеко. Так. Это я ставлю для шутов, скорее всего. Вот этот гриб. Блин, ребят, ситуация, конечно, не самая лучшая. Опять же, развивается сомнительным образом. Не самым хорошим, скажу честно. Так, сюда поставлю. Этот отъехал, это минус линия. Но она сейчас зачистит хорошо. Найс, идеально зачистила, очень хорошо. Так. Ага, его это не отравляет. Блин, ситуация, честно признать, просто отстойная. Ну ладно, посмотрим, как... О, еще этого сюда отправили. Ну ладно, у нас здесь хотя бы есть, который возвращает. Точнее, в другую сторону стреляет. Горхострел. Ой, блин, ребят, ну, честно признаться, тоже непростой уровень. Тоже реально непростой. У нас вообще не осталось почти газонокосилок снова. Ну, у нас все сейчас более-менее, все более-менее задефано. Я не знаю, что из этого дальше получится, но пока все идет относительно неплохо. Давай куда-нибудь сюда. Мне бы еще сейчас тыквы не помешали бы вообще ни разу. Тыковки были бы сейчас вообще в тему, честно признаться, вообще в тему. Так, здесь у нас все вроде норм. Здесь пока держимся. Здесь, я думаю, тоже все будет ок. И сюда поставлю еще один. Найс. Хорошо. Это очень вовремя. Это прям идеально. Так. Блин, ребят, ну не знаю. Если получится это затащить, это будет, конечно, удивительно. Это будет, конечно, мега топово. У нас две газонокосилки. То есть это две основные линии, которые нам нужно стараться затащить. Кстати, вот здесь мы потеряли линию. Я думаю, что я здесь утону, чисто для того, чтобы сдержать. Смогу? Да, смог. Найс. Смог. Хорошо. Здесь нам нужно обязательно ультовать сюда, я думаю. Не обязательно, на самом деле. Можно было бы, наверное, и затерпеть, но на всякий случай. Вроде бы это уже последняя линия, ребят, поэтому я не буду здесь купиться на ульту. Пускай. Точнее, последняя волна. Пускай. Все. Все вроде нормально. Фух. Необычные уровни, ребят, реально необычные, потому что к каждому нужен особый подход. Здесь нельзя просто поставить, типа, в самое начало уровня и чилить. Нет, здесь нужен, конечно, особый подход под каждый, абсолютно каждый уровень вот этих из пяти.
Ну нормально, главное затащили, дали нам чомперов, это хорошо, прокачаем без проблем. Айсвит это тоже нормально, десяточка пойдет. 10 фарпи-шутеров это тоже отлично. Ну это конечно полный отстой, это бесполезное растение. Это, ну такое, пойдет, потому что он часто дается в каких-то сюжетных уровнях, пускай будет. Ну короче, кроме спринг-бин, все остальное это вполне себе найс, поэтому думаю, что оставлю. Ну и на сегодня, пожалуй, что все, дорогие друзья. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока.